дрель, патрон надо снять. Но ремонт непростой, потому что вот болт с левой резьбой. Нифига там не видно, уже под отвертку все слизано, облизано. Придется только резать патрон. Сейчас срежем наружную вот эту часть, потом вот так срежем по болт. Выше чуть болта. Ну что, полетели кромсать. Так, теперь производим рез вот выше этой гайки. Ой, выше этой шайбы, так сказать. Ладно, сейчас мы прорежем выше лучше для гарантии. Все верно, лучше два раза сделать резов, потому что так бы мы отфигарили головку этого винта. Так, возьмем чуть-чуть выше вот здесь где-то. Отлично, снайперским срезом мастер прям за под лицо зафигарил. Так, теперь сейчас мы вот здесь болгаркой делаем рез, и под прямую отвертку у нас будет уже возможность зацепиться под этот винт.
не переусердствуйте, потому что может большой глубоко прорежете, две части головки винта может развалиться и все. Будет халепа по-украински. Применим спецсредства. Ну все, пытаемся открутить. Откручиваем по часовой, ребята. Здесь левой резьбой. Вот он, пошёл. И скоро выйдет. Вот так вот поступаем с слизанными, закисшими, не откручивающимися винтами. И патронами. Да, и патронами. Ну все, теперь мы можем в данной дрельке придется здесь редуктор раскрутить, зафиксировать, и этот патрончик поддастся. Ну это уже дело где. Ну да, от каждой модели по-разному. У кого-то есть на винту срез под ключик, можно зафиксировать. Ну вот так вот. Такой вот ролик-совет.